Рабочая группа МЧС России в Дагестане в рамках поручения президента страны Владимира Путина в республику прибыли специалисты и техника для проведения специальной обработки на территории региона. Возглавляет группировку заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев. Он уже осмотрел пункт временного размещения, развернутый на границе Дербентского и Магарамкентского районов для граждан Азербайджана, и проверил работу пожарно-спасательного подразделения в городе Дербенте. В настоящее время дезинфекцию в социально значимых объектах в Дагестане выполняют силы и средства Донского, Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России в составе 200 человек и 40 единиц техники.